Добрый день, меня зовут Александр, рад приветствовать на канале Бостонтехник. Сегодня вашему вниманию хочу представить самоходный опрыскиватель Туман в отличном техническом состоянии. Производство 2019 год, в работе с 2020 года. Отработал всего 2 сезона. Давайте поближе его посмотрим. Состояние резины. Установлен двигатель ВАЗовский 21-23. Работает на 92-м бензине. В данный момент давайте послушаем, как работает двигатель. Просто шепчет. Нет никаких сварных швов, ни течи, ни запотеваний. Абсолютно все отлично. Ширина захвата данного опрыскивателя от 15 до 28 метров. В данный момент это крыло мы не стали раскрывать. Посмотрим поближе на форсунки. А это крыло раскрыли. Получается вот такая вот ширина. Посмотрим поближе крылья, что они действительно без сварки, без сварных швов, без косяков. Складывается механическим путем. Это оранжевая стрела, так скажем, оранжевая часть стрелы при встреча с препятствием автоматически складывается. Происходит как бы складывание, чтобы не порвать, не сломать стрелу. Повторюсь, опрыскиватель в отличном, идеальном состоянии. Есть еще резина в ангаре, я вам также отдельно покажу. Кондиционер работает на ура. Все отлично. Наработка данного опрыскивателя всего 2500 гектар. Точнее, 2500 моточасов. Кондиционер работает, повторюсь, аудиосистема. Пахнет новым автомобилем, так скажем, новой техникой. Бережная эксплуатация. Поэтому, друзья, если вы хотите приобрести хороший, надежный, самое главное, в отличном состоянии самоходный опрыскиватель, вы можете смело обращаться к нам в компанию Boston Technic в городе Волгоград на Исторической 183, а также в городе Ставрополь на Фоминцева 29 и приобретать данную технику. Возможно, продажа в кредит, в лизинг, а также теперь вся техника у нас продается с НДС, поэтому смело можете писать, звонить к нам, а также приезжать в гости. С удовольствием подберем вам технику по вашему запросу и будем с вами сотрудничать. С уважением, команда Boston Technic.